Вітаю тебе, Олю. Мої вітання усім глядачам сьомого телеканалу. Отже, наразі у фокусі уваги опиниться школа лобізму. І про неї розкажуть наші гості. До студії завітали представники спілки українських підприємців. Це Олександр Соколов і Віталій Паляничко. Я рада вітати. Доброго дня. Здравствуйте. Доброго дня. Упродовж ефіру, якщо у вас є виникнуть запитання, будь ласка, телефонуйте. Ми працюємо у прямому ефірі 726-3326. Також можна писати свої повідомлення на Viber. Отже, в Одесі відбулася презентація школи лобізму, і на ній побували і наші кореспонденти. На початку подивимося невеличкий сюжет. Високі податки, зокрема на землю, і наслідки пандемії, які завдали величезної шкоди. Такі проблеми окреслили підприємці в рамках тренінгу для представників місцевого бізнесу «Школа лобізму». Мета заходу – просвітницька діяльність та будування ефективного діалогу бізнесу з місцевою владою. Проєкт намагається ламати стереотипи навколо слова «лобізм» і доводити, чому це краще, аніж особисті домовленості. Чому це важливо для всіх? Тому що в нас так побудовано, ну я б навіть не сказала, навчання, наші розмови і тренінги побудовані таким чином, що ми один день спілкуємося з місцевим бізнесом, а інший, як сьогодні буде день, з місцевою владою. Чому так? Тому що з кожної сторони є своє представлення, своя уява про те, як зараз є стан справ і як може розвиватися і будуватися цей діалог. І наше завдання, наша така надмета, місія – допомогти кожній стороні знайти оці точки перетину. В рамках школи лобізму організатори в 6 регіонах України проводять навчальні тренінги окремо для бізнесу та представників влади, місцевих депутатів, очільників економічних департаментів обласних та місцевих рад. За 2 роки спілка українських підприємців організувала більше ніж 150 заходів. Ми об'єднуємося з допомогою таких, знаєте, внутрішніх своїх каких-то мероприятий, такі як маркетинг-клуб, HR-клуб. Тобто ми стараємося бути полезними для наших підприємців, які вже є нашими учасниками, де ми усилюємо не тільки собственників компанії, ми усилюємо і топ-менеджерів, ми приглашаємо різного роду спікерів, ми проводимо форуми, ми проводимо конференції. Отже, мова піде про діалог бізнесу з місцевою владою. Почули сюжеті, що існують певні стереотипи навколо слова лобізм. Але лобізм краще, ніж особисті домовленості. Давайте починати. Олександр, вам слово. Так, звісно. Как раз таке було вибрано провокаційне немножко названня, да, тому що ну, лобізм має дуже таке неявне двусмисленне поняття, особливо в нашій країні, не до кінця всі розуміють, що таке лобізм, тому що во многих европейских странах и в Соединенных Штатах Америки, например, лоббизм – это обычный инструмент взаимодействия между бизнесом и властью, да, когда лоббируются определенные законы. Есть второе понятие – это адвокация, так называемая, да, и она более, наверное, была бы лояльна и подходила, но мы специально взяли такое слово, чтобы, ну вот, когда приглашали на эти мероприятия, особенно представителей власти, чтобы… Ну и бизнес тоже реагировали именно таким образом, чтобы ну, начать, скажем так, первые этапы в отношении движения друг к другу, да, где бизнес и представители власти двигаются друг к другу, потому что мы провели исследование, и, вы знаете, интересная оказалась ситуация, что мы отдельно проводили опрос среди наших участников-предпринимателей, и перед школой лоббизма мы проводили опрос представителей власти, как в Одессе, так в Киеве, в Днепропетровске, во всех областных центрах. И вот 46% проблем, скажем так, которые, ну, максимальная проблема, которую говорили бизнес, это отсутствие коммуникации с властью, отсутствие диалога. Да? И самое главное, что, и самое интересное, что и при опросе власти оказалось, что представители власти порядка 52%, по-моему, 50 или 52% сказали, что отсутствие диалога власти и бизнеса, да, то есть проблема и с той стороны, и с той стороны основная одна и та же, потому что, ну, знаете, иногда надо такую начать коммуникацию небольшую, познакомиться с друг другом, посмотреть… Но для этого хотя бы для начала надо говорить одним языком, поэтому мы создали такой проект, как «Школа лоббизма», где мы первый день, как в сюжете уже говорили, проводили объяснение, что такое лоббизм для бизнеса и как этим инструментом пользоваться, да, и как его можно использовать в цивилизованных, ну, скажем так, рамках, потому что бизнес часто, знаете,
бывает, что жалуются, все плохо, все плохо. Когда начинаем проводить какой-то опрос и говорить, что конкретно плохо. А что вы сделали для того, чтобы было добре? Да, что сделано, либо что именно плохо? Ну вот просто плохо. Да, иногда бизнес даже не может сформулировать свою задачу, да, то, что они хотят. Либо бывают какие-то частные вопросы, да, когда человек там какую-то, ну, видит только свою проблему именно в своей отрасли. Для этого мы проводим и опросы внутри нашего Союза украинских предпринимателей, мы проводим и встречи, где, ну, скажем так, консолидируем, объединяем вот эти вопросы, пытаемся их, ну, привести в такой, в единый порядок, выяснить, действительно ли это проблема, например, по отрасли, там, есть у нас компании, там, представители, там, виноделия, например, да, и там кто-то один начинает говорить, вот такая проблема, мы выясняем, что действительно среди всех участников, кто входит, кто имеет отношение к отрасли, скажем, виноделия, она так в Одесской области наиболее представлена, да, мы понимаем, что да, есть, существует такая проблема, у нас есть аналитический центр, который подготавливает какой-то ряд предложение именно для изменения в законе, да, чтобы это не было, знаете, как просто пошуметь, создать какую-то ауру вокруг какой-то проблемы, а именно найти решение, довести ее до конца. Это же самая главная задача, потому что, ну, мы, предприниматели, отличаемся именно тем, что, ну, мы большинство задач умеем доводить до конца логического, определяем какую-то цель стратегическую и к ней двигаемся. Ви згадали таке поняття, як адвокація. Якщо я не помиляюся, це захист інтересів клієнта, так? Розкажіть, будь ласка, як це працює на практиці? Якщо клієнт приходить і говорить, що все погано, діалогу, комунікації з влади немає, то як це все налагоджувати? Вітаю. Ну, це не скільки захист, скільки вміння спілкуватися бізнесу з владою. Я вважаю, що на самом деле бизнес и власть местная, они решают во многих случаях одни и те же задачи. И здесь важно, чтобы они смотрели в одну сторону и дополняли друг друга. Ну, допустим, возьмем Одессу, приведем. У нас движется курортный сезон, да, то есть вот у нас открываются отели, открываются рестораны, площадки летние, то есть и город это видит по-своему, бизнес тоже видит. То есть если они договорятся, то это может быть какая-то единая концепция столиков на Дерибасовской, а не непонятно какого-то хаос, то есть потому что видение одного ресторана – это видение одного ресторана, а видение всей отрасли – это другой вопрос. Поэтому здесь важно, чтобы, если есть какой-то запрос у бизнеса, чтобы власть это слышала. И точно так же наоборот, если власти нужна какая-то там помощь, содействие или видение в какой-то ситуации, чтобы она не стеснялась обращаться к бизнесу, потому что я думаю, что здесь будет вин-вин, обе стороны окажутся в выигрыше. А як бізнес зробити більш соціально відповідальним? Тому що розуміємо, що для підприємців все ж одна з основних цілей – це більше заробити. Ну, смотрите, якщо ми говоримо про те, що бізнесу більше заробити, воно так і є. Але є конкуренція. И все равно клиент бизнеса, он выбирает, куда идти. То есть, и сейчас настолько народ осознанный, что если не будет какой-то социальной ответственности, они, скорее всего, к этому бизнесу не будут обращаться. А пойдут к тому бизнесу, который что-то делает, что-то развивает. То есть мы же можем посмотреть, допустим, не знаю, вот недавно там один из участников спилки украинских предприемцев, они вокруг, у них аптечный бизнес, они облагородили вокруг территорию. Посадили цветочки, сделали фасад зданий, но они при этом общались с властью, не получили все необходимые разрешения, то есть это ж вот... И здесь и город выиграл, и они показали свою социальную ответственность. Они не бросили там порисованные стены, клумбы, а сделали хорошо. Но у нас такое законодательство, что они по своей инициативе это сделать не могут. Здесь нужно разрешение органов местного самоуправления. Поэтому здесь важно коммуницировать и думать в одном направлении. Так, мені пригадується приклад, здається, Фосіті, коли на канатній самотужки висаджено було 4 дерева, а потім були нарікання від міської влади. Чого ви висаджували? Да. Так, так. Висаджували дерева, треба було і погоджувати породу. Ну, з одного боку, зрозуміло, можливо, якщо взяти ансамбль дерев канатної, хоча там немає такого ансамблю, то, можливо, і треба узгоджувати породу дерева. Але нібито гарну справу зробили бізнесмени. Ну, власним коштом висадили дерева. Тут просто, знаєте, завжди треба приміняти, я вважаю, принцип розумності. Тому що іноді, дійсно, в якихось моментах ми бачимо, що кому-то взагалі ніякого требування нету, да, там, в ті же літні площадки, а кому-то такі сверхтребування, які там
не позволяют, и это наводит на определенные мысли. Но я хотел бы еще добавить мысль по поводу социальной ответственности бизнеса, потому что ну, бизнес в Украине становится все более современным, и я не совсем согласен, ну, по крайней мере, парадигма это меняется, что бизнес — это только прибыль. Нет, это мы видим и по ковиду, как организовались бизнес-штабы, и как, например, наши крупные компании, представители такие, как «Новая почта», «Текстиль-контакт», «Розетка», проявляли, ну, скажем так, одну из самых больших социальных ответственностей, когда пандемия начиналась, когда начинались, ну, скажем, вопросы с заказом масок, аппаратов искусственного дыхания, да, то есть все компании включились и поддерживали и финансово, и ресурсно, и, ну, скажем так, в общественной плоскости поддерживали, как-то распространяли информацию. Ну, я считаю, что бизнес взял на себя в первые этапы очень большую роль и по поддержке врачей. Я могу сказать и за свою компанию, что мы не остались в стороне, и бизнес действительно не был таким вот прямо, как часто розповідають, що не соціально відповідальний бізнес, от тільки намагається вижити прибиль. Ні, але, можливо, мова йде саме про великі компанії, а невеличкі бізнеси, вони на тому були зосереджені, аби тільки хоча б вижити. Їм було не до соціальної відповідальності. Ну, я би розділив, знаєте, не крупні компанії, не крупні компанії. Я би розділив компанії олігархатичні і бізнес, який построєний самостійно. От, наприклад, у нас в Союзі українських підприємців табуна компанії, які ну, относятся к олигархам, да, то есть мы не принимаем таких участников, у нас нету ни одной такой компании, мы очень строго следим за репутацией, у нас именно объединение украинского бизнеса, созданного украинцами, да, именно в такие настоящие компании, self-made компании, а не компании, которые являются монополистами, либо им достались какие-то ресурсы благодаря там, ну, каким-то, скажем так, стечением обстоятельств, назовем так, да, понимаете? И мы видим, что чем такие компании больше именно в таком виде, тем меньше они, конечно, социально ответственные, а там действительно прибыль, ну, такой капитализм в его максимальной концентрации, назовем так. Олександр, ви задали, що все ж буває так, що від місцевої влади вимоги різні до різних підприємців. Як можна з цим боротися? Максимальная прозрачность. Мы сейчас видим, что, например, цифровизация, либо, как по-модному, диджитализация, да, приводит к тому, что многие справки, какие-то документы можно получить в понятном каком-то приложении, да, можно подать документы. Это касалось, кстати, сейчас и компенсации по поводу 8 тысяч гривен, которые выделил президент в связи с ковидом, да, и очень много, я знаю, случаев, когда предприниматели, вот ФОПы так называемые, спокойно заполняли в приложении ДИА, указывали все данные, если они подпадали под под эту компенсацию, то все получали очень просто, не надо было никуда не ходить, это можно было сделать там, ну, фактически там за 2 часа в приложении, тут же получить подтверждение и там на следующий день, либо через день получить на карточку деньги. Поэтому прозрачность, если есть диджитализация, да, то никаких вопросов не будет, потому что, ну, очень многие процессы можно ну, во власти, да, или как в администрировании города, либо страны, можно их автоматизировать, диджитализировать те там процессы, которые даже мы в компаниях очень многие, принятия решения, какие-то внутренние электронные чаты, там, ну, у нас есть много инструментариев, которые мы используем в бизнесе, нам не надо собирать 400 человек одновременно, чтобы обсудить какой-то вопрос, мы можем это сделать в каких-то рабочих группах очень быстро, очень эффективно. А, Віталію, а ви як оцінюєте саме рівень прозорості на місцях? Тому що, ну, якщо центральний рівень, центральна влада ще зрозуміло, то ось на місцях як нас з рівнем відкритості до діалогу? Я вважаю, що ми в цьому направленні движемося, але є ще багато, що потрібно доробити. Тобто я бачу рішення в тому, що повинні бути однакові правила ігри для всього бізнесу. Тобто, якщо ми говоримо зараз о літньому сезоні, допустимо, у нас є пляж, у них має бути однаковий доступ для будь-якого бізнесу. Не для каких-то там
Сейчас очень много есть таких вот схем, когда выделяют какой-то общественной организации, которая не существует, там, пляж или еще что-то. То есть я думаю, что если бизнес, там, допустим, захочет зайти на пляж, горсовет должен там создать одинаковые правила для того, чтобы любой бизнесмен, имея там предпринимательскую какую-то жилку, имея какие-то там инвестиции, заходил и играл. То есть, ну, мне непонятные шлагбаумы возле пляжа. То есть куда идут деньги? То есть вот если бы там делалась разметка, делалась парковочные места, там, ок, но когда просто ставится там шлагбаум и заесть. То есть вот это непрозрачно. Здесь мы не видим, куда идут эти деньги, как выделялась эта земля, почему не было тендера какого-то. До речі, минулого курортного сезону саме так і було. Так, а в цьому році не вже буде по-інакшому? Будемо смотреть. То есть вот поэтому нужно идти к одинаковым правилам, одинаковым возможностям и максимальной прозрачности. То есть вот. А уже, я думаю, бізнес підключиться. Так, інтенції від підприємців, тобто наміри зрозуміли, але саме представники місцевої влади. Як можна достучатися до них, аби дійсно ось були зрозумілі правила гри, скажімо, пляжної зони, так? Чи ну, в Одесі дійсно треба порпатися і в документах розбиратися, аби зрозуміти, хто орендує який пляж, і ну, немає такої відкритої, наприклад, там мапи пляжів, так, зонування, щоб той, хто хоче зайти на це поле гри, так, спочатку що ознайомився з тим, що є, і потім там свої пропозиції висунув. Але в нас якось це все в тіні. Ну, для этого и существуют такие организации, как Союз украинских предпринимателей, да, бизнес-объединения, где бизнес может показать и сказать, что есть голос, да, определенный. Когда объединение большое, у нас там сегодня более 800 компаний по всей Украине, да, являются нашими участниками. И, как я говорил, есть аналитический центр, у нас существуют комитеты. То есть комитеты, 12 комитетов, это и аграрный бизнес, это IT-бизнес. Там наши участники именно по отраслям, скажем так, разделяются, проводятся внутренние совещания, поднимаются какие-то вопросы. Например, вот что касается вот таких подключений, да, то, что вы говорили, там, например, пляж, да, если была бы какая-то карта. Вот благодаря нашим действиям там, ну, просто-напросто добились, что в Киеве появилась такая карта подключения к электросетям. То есть человек может зайти на карту теперь, посмотреть, где есть свободный доступ к подключению к электросети, потому что часто же бывает, ты приходишь в лес, надо подключить тебе кафе, пиццерию, неважно, там, автосервис, автомойку, любой вид бизнеса, тебе говорят, ой, надо тащить там 10 километров новые провода, новые столбы, потому что никто же не понимает, где есть мощность, где нету мощности и так далее, да. Вот добились такой прозрачности. Знаете, это поэтапно, это не делается сразу, нам... нашему объединению всего или уже, хотя бы я считаю, что всего мы очень многого добились, но вот было 5 лет, 19 апреля у нас как раз завтра вот празднование в Киеве по поводу пятилетия, и мы двигаемся, очень много законопроектов, у нас есть топ-10 требований, мы работаем постоянно с законодательством, с кабинетом министров, у нас тесное, ну, скажем так, сотрудничество есть. Мы действительно движемся в эту сторону, чтобы бизнес был максимально цивилизованным, чтобы правила игры были, как Виталий сказал, максимально открытыми, прозрачными и равными для всех, чтобы в бизнесе, как в настоящей конкуренции, побеждал тот, у кого настоящая там жилка есть, у кого есть больше энергии, кто готов вкладывать свои силы, ну, свой кто опыт. Пропонує кращі умови. Так, кто, и кто предлагает, конечно же, лучшие условия для своїх клієнтів. Тобто у нас ідея така. Ось ви навели приклад столичний. За 5 років можемо ми говорити про якісь конкретні результати у нас, в Одесі? Ну, в Одесі представительство чуть більше 3 років. Я возглавляю його 2 роки. І, знаєте, ми перші свої усилля направляли в першу чергу, щоб хотя бы собрать предпринимателей вместе, да, проводим для этого то, что я говорил в сюжете, и внутренние HR-клубы, маркетинг-клубы, чтобы принести какую-то пользу внутри своей, так скажем, группы, да, компании, чтобы люди могли друг к другу относиться более с доверием, да, друг друга видеть, понимать, кто наши участники. Вот мы 2 года проделали такую работу. У нас были встречи, и в прошлом году у нас с губернатором Куцем, тогда еще был он губернатором, были встречи. У нас есть, ну, скажем, такие первые шаги, да, мы так точечно. Вот школа лоббизма — это именно тот инструмент, который вот впервые так собрал с двух сторон, и представители власти были у нас, и
депутаты и горсовета, и облсовета, и руководители разных департаментов из города, и с облсовета тоже руководители были, из ОТГ представители были. То есть показали, о чем-то договорились о дополнительных встречах со многими. Очень во время вот, школы лоббизма произошла коммуникация, договорились о встречах. Там, например, с фондом Держмайна у нас появились хорошие взаимоотношения, потому что на уровне Киева, например, вот, тоже идет плодотворная работа, чтобы какие-то объекты продаются, какие-то сдаются в аренду. Вот мы договорились, буквально на следующей неделе у нас будет дополнительная встреча, где мы встретимся у них в офисе, посмотрим, у нас есть внутренние чаты, как я говорил, чтобы эта информация была доступна для всех уже предпринимателей, какие объекты можно купить, какие взять в аренду. Вот уже такие шаги двигаются. То есть это мы положили первый такой фундаментальный, знаете, камень для того, чтобы дальше построить полноценный фундамент для общения, чтобы было доверие друг к другу, и будем двигаться в этом направлении, потому что, ну, само собой ничего не случается, надо... А в умовах конкуренции все ж, наскільки готові одесити підприємці гуртуватися? Чи все ж кожен сам за себе і розуміє, що краще особисті домовленості, ніж «а тут ми усі разом»? Ну, бизнес-среда меняется в любом случае, понимаете, потому что, ну, все становится прозрачнее, и фискализация происходит, да, и это будет еще двигаться дальше, ну, только на частных договоренностях уже, ну, невозможно будет двигаться в бизнесу однозначно, поэтому... Конечно же, многие предприниматели вначале с опаской как-то относятся к публичности какой-то, да, к каким-то объединениям, но мы меняем эту парадигму общими усилиями, и бизнес меняется, обстоятельства меняются. Все, даже тот бизнес, который, я вам скажу, что где-то работает на каких-то личных договоренностях, находится в тени, так скажем, да, там есть такие отрасли, целые отрасли есть бизнеса в Украине, которые там находятся до сих пор в тени, это массовое явление в некоторых случаях. Но это не означает, что собственники или основатели этих компаний хотят жить в этой тени. Очень часто такие есть условия, которые... выполняй, не выполняй, да, а все равно какие-то надо частные договоренности иметь. Поэтому очень часто бизнес находится в таких обстоятельствах, когда он вынужден просто-напросто находиться в тени и не может выполнять. Если запропонувати альтернативу... Да, если, опять же, равное то, что сказал Виталий, если будут у всех одинаковые, да, вот, например, у нас сейчас комитет по хорике, по ресторану и гостиничный бизнес, мы сейчас ведем активный диалог, чтобы снизили ставку НДС до 7-8% именно для хорики, для ресторанного бизнеса. Потому что, ну, знаете, перейти быстро ресторанному бизнесу, чтобы выйти в какие-то такие рамки полностью, ну, скажем, понятного, простого налогообложения, без всякого дробления какого-то и так далее, бывают такие случаи. И мы хотим, чтобы были равные условия, чтобы те, кто действительно хотят заплатить, был переходной процесс, понимаете, чтобы можно было выйти и конкурировать, потому что оно не может один находиться в тени, а второй выйти и платить и НДС, и налоги, и сборы, и тогда у него его товар становится неконкурентоспособным, понимаете, он выпадет из рынка, по-другому не будет. И ну, он не выживет. Выживет той, кто находится в тени. Да, тот, кто находится в тени, и будет, да, процветать, да, еще будет свою маржу увеличивать, понимаете, поэтому для всех должны быть равные условия, должен быть везде принцип разумности, и мы его за счет таких работ и комитетов, ищем варианты, ищем инструментарий, как выходить в сторону понятного, правильного бизнеса, чтобы бизнес не тратил свои силы и энергию на решение каких-то вопросов. Да, думал о развитии, думал о том, как инвестировать, как привлечь дешевый капитал, как объединиться с какими-то, может, иностранными партнерами. То есть тратил на время на созидание, а не на какое-то постоянное ощущение страха и ожидания, что что-то может произойти. Я вам даже больше скажу. Вот, я руководитель еще адвокатского бюро, то есть и у нас одна из услуг — это создание бизнеса и структурирование. И к нам все чаще обращаются, особенно это молодые бизнесмены, которые говорят, мы хотим абсолютно по-белому вести свою работу. Научите нас, подскажите. То есть, и вот мы им выстраиваем процессы. Да, это где-то там, с одной стороны, нету возможности демпинговать в ценах, потому что есть там налогообложение, есть там зарплатные проекты, которые тоже очень много жирают бюджета.
Но уже бизнес идет к тому, что они хотят работать по-белому. То есть и очень вот бывает там обидно, когда вот есть белый бизнес, и его начинают дожимать, потому что, а, вот еще вот какие-то разные начинаются движения по поводу них. То есть вот дожимайте тот, который не белый, а вот белому дайте работать. Это все-таки благодаря налогам государство живет, и чиновники наши, они тоже понимают, что не будет налогов, не будет у чиновников зарплат. Это да, все, всеми так да. ясно. Наши, кстати, наши участники за прошлый год, все участники Украины заплатили больше 65 миллиардов гривен налогов. Вот это такая статистика, да, чтобы было понятно. То більшість працює по-білому. Да, то есть 65 миллиардов гривен, то есть это не считая, это мы там не вдавали статистику, если посчитать там ФОПов, которые там вообще по Украине там 2 миллиона, да, вот у нас много, ну скажем, малых предпринимателей, это мы там косвенно посчитали. А вот крупные предприятия, крупный средний бизнес, вот суммарно мы сделали такую статистику, более 65 миллиардов. Это, ну, такая колоссальная цифра, я считаю. Віталію, а ви сказали, що все більше стосується молодих бізнесменів, які приходять, починають свою справу і хочуть дійсно працювати по-білому. Не тільки, є навіть саме старої закалки загартовування, так? Бізнесмени, які звикли бути в ній. Ви знаєте, от, робота в білу – це тенденція ринку. Крупні компанії не будуть працювати з якими-то непонятними компаніями, серими, там, олігархічними. Тобто, вони дійдуть до якогось рівня і остановляться. Тому що зараз в багатьох крупних компаніях є, як вони називають, система безпеки, яка просто не пропустить з якоюсь непонятною компанією зділку або що-либо. Тобто, юроділ буде за цим слідити. Тому, работая прозрачно, во-первых, это безопасно, потому что на прозрачный бизнес тяжело наехать, то есть вот у них все согласно букве закона. И также они, другие игроки рынка будут смотреть на них и выбирать таких же. Так, ми почали про рівень відкритості представників влади, рівень прозорості бізнесменів. Але тепер давайте проговоримо, як все ж знайти точки перетину. Тому що у кожного є своє уявлення про стан справ, так? Як тепер знайти ось ту бажану комунікацію, так? Про яку хочуть і ті, і інші. Будь ласка, Олександр. Ну, проводіть як можна чаще зустрічі. У нас есть и департаменты регионального развития, и по работе с бизнесом. Мы будем продолжать это сотрудничество, будем взаимодействовать, будем уже проводить ну, такие, на постоянной основе встречи. В течение, до конца этого года точно у нас там много всего запланировано. Разъяснять, что бизнес, вот, знаете, было такое даже удивление на, в школе лоббизма, когда были представители власти, когда мы начали сообщать, что бизнес хочет, инициирует такие встречи. Для многих это было такой неожиданностью, да. Ну и, конечно, предлагать конкретные решения. Мы со своей стороны будем подготавливать. Если есть какая-то проблематика, как я сказал, мы будем предлагать конкретные решения, как это сделать. Ну, например, там возникли уже идеи, там бизнес задавал по поводу там туристического сбора, да. Вот там есть нижняя ставка, есть верхняя ставка. Ну, скажем, такая, как коридор, да, по которому можно брать. У нас, например, в Одессе по максимальному сбор собирают. Может быть, знаете, было бы логичнее как-то снизить, чтобы и это на стоимость и повлияет и для покупателей непосредственно, да, и может быть привлекательным для бизнеса. Плюс ко всему, мы очень сильно следим за таким рейтингом, есть Doing Business, где необходимо выполнить ряд каких-то условий для того, чтобы рейтинг города либо страны рос, да. И вот мы как раз и сообщали, и вот на школе лоббизма этот один из кейсов мы начали разбирать, что Одесса по рейтингу Doing Business среди всех областей Украины занимает 18 место. То есть, ну, такой не очень хороший показатель, и мы объясняли, в чем причина, да, то есть, например, вот тоже подключение электросетей, те же сети там, водоканала. То есть есть моменты, которые бы можно было упростить, можно было бы осовременить, диджитализировать, и рейтинг бы области и города бы возрастал. Да? Вот мы будем действовать вот по такому, знаете, по алгоритму, наблюдать за вот рейтингом и смотреть, что можно улучшить в первую очередь, чтобы на это влияло на рейтинг. Потому что сегодня же модно говорить там, про инвестиции, да? Но очень часто это остается лишь просто словами,
словами, да, и лозунгами. А вот такие рейтинги, они позволяют от лозунгов переходить к действию. И самое главное, ну, знаете, проводить такой KPI, контроль качества выполненных работ, чтобы понимать, мы двигаемся куда-то в этом рейтинге, либо не двигаемся, либо оно так и остается просто словами. Ну так, давно пора вже просуватися наверх з 18-го місця. Давайте, да. Віталій, вам слово підсумку. Ну, от бізнес і власть – це постійне взаємодійство, це круглі столи, це зустрічі, це підписання якихось меморандумів, договоренностей. Також, я наскільки знаю, при кожному органі є такие громадские рады, то есть я думаю, что можно приглашать туда объединение бизнеса, чтобы мы и слушать нас тоже. Вот если есть, допустим, будет непонятно, когда власть будет договариваться с каким-то одним конкретным бизнесменом. Но когда с общественностью, которая объединилась, это очень даже классно. И они, допустим, могут просто, и принимая какую-то концепцию развития города или еще чего-либо, спрашивать наше мнение, как на уровне консультации. Бизнес, он настолько прогрессивный, что он плохого никогда ничего не посоветует. То есть мы все когда объединимся, мы сделаем какие-то свои исследования, свои анализы проведем и дадим решение разных вопросов, проблем. То есть я думаю, что здесь будет только положительная эмоция. Так, на цій позитивній ноті я пропоную завершувати ефір. Я вам дуже вдячна за те, що знайшли час, завітали. Будемо мати надію, що все ж знайдуться точки перетину між представниками бізнесу і представниками, зокрема, місцевої влади. За 5 хвилин на вас очікує випуск новин, ну, а я з вами не прощаюся. Побачимося о 17:10.